Дочь Владимира Машкова Мария сравнила Россию с Третьим Рейхом. В своем последнем интервью высказала свои мысли о возможной судьбе, если бы она осталась в России. По ее мнению, в текущей обстановке ей, вероятно, пришлось бы подчиниться существующим порядкам и действовать в соответствии с указаниями сверху. Актриса признается, что не уверена, как бы она поступила, если бы ей или ее близким грозила опасность. Она считает, что, возможно, не осмелилась бы выражать свои взгляды на происходящее и участвовать в патриотических мероприятиях, чтобы сохранить свою работу и обычный образ жизни. Машкова отмечает, что до сих пор не может осознать, что ей пришлось окончательно разорвать все связи с Россией и стремиться построить свою карьеру в Америке. Такой жизни, которая сейчас у нее, она сама себе не пожелала бы. Машкова сравнила Россию с Третьим Рейхом, отметив, что она не смогла бы стать подобием Августа Ландмессера, который отказался поднимать зигующую руку в большой толпе, поскольку попросту бы испугалась. Также Машкова отметила, что в ее жизни произошли и другие серьезные перемены, она получила гражданство Штатов и отказалась от отчества.